Всем привет! Нахожусь на выставке в Кропоткине, ярмарка. Вот гибриды. Здесь ребята продают репалова. Тут было много, один остался. Думаю, возьму себе на пробу. Как манная птица буду использовать. Какую цену? 150. За 100 рублей отдадите, да? Точнее берем. За 100 отдадите? За 100? Вот этого товарища. А, Вить, да. А кто его взял-то? Где ты его все взяли? Репу? Вот. А, вон, да? Давайте ну, тогда давай. Сюда посадим. Давайте поставлю, вы сами туда его кинете. Вот. Сейчас мы его возьмем. Там у него все целое, лапки. А? Лапки все в порядке, я-то в них не разбираюсь. Блин, еще. Так, сами посмотрите, чтобы все было хорошего. Вот он, красный. Все, молодец. Молодой. Ага. Да. Ну, давайте. Будем ловить на него. Все. Спасибо. 100 рублей сейчас. Как раз дождь пошел, и я купил. Так, ребята, возьму еще себе... Вот эти зелененькие как называются? Чижи. Сейчас чижа. Вот сюда мне кидайте. Чижа тебе сначала или этого выловят? Слушай, они накупались. Сейчас мне еще поймают. Две самочки. Это зеленушка. Так это будет зеленушка, на или манную тарахтун. Пойдет, да? Тарахтун. Все, мокрый, ну пойдет. Да, ну на туда кидайте. Можешь вместе посадить их, да? Да, конечно. А все, отлично. Ну это для спаривать с канарейкой пойдет. Для гибрида. Да. Пойдет. Все. Да, и этого. Самочку. Как называется еще раз? Чижики. Чижик. Все. Чижика самочку возьму для манной птицы. Слушай, я тебе ее... А, вон она. В углу, блин. Надо раздеваться, Юра. Заставляют старого больного офицера. Ну такая самочка будет. Используется для манной... Как правильно называется? Манная птица будет? Манок. Манок. Будет манок у меня. Все, поехало это дело в Армавир. К Юре. Все, друзья, вот такая у меня будет покупка сегодня в Кропоткине. Скажите, а их как надо, как привезу, посадить отдельно, пропоить, чем надо? Вот какая-то инструкция теплое будет. Теплое место, чтобы они высохли и все. Пропаивать? Ну, можешь пропаить. Глистов надо гонять? Нет, не обязательно. Как ты сам знаешь, как все понял. Знаешь. На мое усмотрение, продавец сказал. Так, друзья, вот я приехал домой с выставки. Сейчас я вам покажу, снова продемонстрирую, что я приобрел. Птицу вы видели, я на выставке приобрел, а еще я взял себе западок. Там пошел сильный дождь, ну, мне было уже неудобно западки снимать, я побежал птицу в укрытие прятать. Сейчас продемонстрирую вам западочек и моих манных птиц, которых я привез с выставки. Вот они, пожалуйста. Так, значит, смотрите, здесь у меня три птицы. Сейчас они немножко успокоятся, и мы нормально их рассмотрим. Можно в руки взять, но боюсь, как бы, знаете, хотел в руки взять и с рук продемонстрировать. Но вдруг, думаю, вырвется, улетит все. Потеря будет нереальная. В общем, вот сейчас у нас посередине сидит реполов, самец. Период размножения он имеет розовую такую ярко-красную грудь. Или розовую, или красную, как будет. Ну, оттенок может быть разный. Может быть свекольная, вот такая. Но пока вот он молодой и просто серенький. Для реполова очень хорошо получается, с реполовом, вернее, очень хорошо получаются гибриды. Они хорошо поют. На выставке, кстати, вот там видео есть, я вам там показывал, где от реполова гибрид, где от зеленушки.
где чижа. Вот сейчас маленький справа, это чижиха. Это взял для манной птицы. Это будет манная птица. Вот это вот крупная. Вот сейчас слева крупная. Честно сказать, я забыл название. Ну, тоже самка. По-моему, это зеленушка. Продавец сказал тарахтун. По-моему, тарахтун — это зеленушка называют. Но это я со временем выучу, буду знать. Значит, вот то, что по птицам. Это все взял для... В общем, двух самок взял. Будут манными. На репового не знаю. Боюсь ловить. Вдруг ничего не поймаю. Вдруг нападет там, допустим, копчиков. Копчик может напасть. Может, кошки нападут. Вот я боюсь рисковать. Думаю, подержу его дома. Он адаптируется. Там можно канарейкам посадить, чтобы привыкал. Надо же еще, чтобы привыкли они. Так, и вот взял небольшой такой вот западочек. Ранее видео снимал, ловлю птиц. Там у меня западок с двух сторон, а по центру манок садится. А здесь вот, ну, принцип вы поняли, да? Маленький западочек взял. Я его могу также сажать, допустим, вот цеплять, вернее, на вот так на клеточку. Здесь будет находиться манная птица. А здесь буду кого-нибудь еще ловить. Может, кто-то интересный поймается. Также можно этот западок вешать сбоку на мой действующий западок. В общем, буду думать. Но вообще хочу в двух местах, в разных, поставить и посмотреть. Этот маленький, компактный. У меня еще есть такой подсак. Садок металлический. Прям полностью из металла сделан. Я думаю, это все дело свинчу. Потом видео вам отчет сделаю, посмотрите. Хочу вот это маленькое устройство унести. У меня вот там далеко, за планом. У меня там лес, поле. И можно там установить, чтобы никто не заметил. Ну, я имею в виду, чтобы там, может... Кто будет мимо прогуливаться, поломает, я не знаю. А так будет незаметно стоять где-нибудь на дереве. Что-то и поймаю интересное. В общем, вот такие вот у меня обновки. Это была моя первая выставка в этом году, январь. Так что, друзья, следите. Продолжение следует. Сейчас всю птицу эту устрою, пропою, покажу, потом видео вам сниму, как она устроилась, как живет, чем кормлю. Ну, в двух словах можно сейчас сказать, что кормежка у нее такая же, как у канареек. Так что, в принципе, ну, все равно потом покажу, как все это устроилось у меня. Все, ребята, до скорой встречи на моем канале.